Okay. Мы продолжаем наши занятия по книге «Душа Ватева», а именно «Природа и святость» Рава Шерки. Мы разбираем главу, которая означена как «Библейская критика». Okay? Нет, нет, библейская критика следующая. Мы не дошли еще. Называется «Торос небес». Слегка, мы не дошли еще. Окей, ну хорошо, да, мне все показалось, что мы уже дошли. Окей, ну хорошо, продолжим тогда, да. А что, на какую тему у нас было что-то такое? Ну, чуть-чуть можешь пролистать назад? Ну, то, что по евреям видно, да. Что... Водоут, да. То есть, как бы, Водоут, ну... Точно так же, как на французах отпечаталась французская революция. Да. То есть, если произошло, да, если оставилось сильно отпечаток, то как бы реальность событий, я не знаю, Водоут. Водоут – это что-то очевидное, очевидность события. Вот иногда Водоут – это очевидное событие, оно не ставится под сомнение. Опять же, я от себя скажу, Авдиль, конечно, Альфе-Авдалат, но как можно сказать про любую вещь, которая... Знаю, возьмите то же самое христианство. Ну, как бы понятно, что это, как бы, не знаю, там миллионы этих самых верующих, если не миллиарды. Не говорю про мусульман и все прочее. Ну, так тогда, как бы, факт воскрешения Христа, он тоже не ставит в сознание исходить, как бы, из, не знаю, ощущения, которое это оставило, следа, которое это оставило. Но, беседа с французской революцией, там, видимо, проще разобраться. Окей? Так и есть, да, можно сказать, что если... только там миллиард или 2 миллиарда христиан, да. Как может быть, что все они верят в заблуждение? Да? Или то же самое про мусульман сказать? Ну, тогда как бы получается, что вообще с точки зрения как бы исторического события, оно вообще отбрасывается факт, а было ли оно в действительности. То есть, если человек, например, произошло не на глазах, а, например, в сердце, либо им показалось, что происходит на глазах, либо вообще ни то, ни другое, но им рассказ настолько сильный, что было такое впечатление, что они передают, и рассказ влияет на них, формирует их мировоззрение, ну так он как бы состоялся, вне зависимости от того, реально это было, было или не было. Тогда вообще отбрасывается вопрос, как бы детски звучит, было или не было, это как бы вообще не важно. Нет? Ну, вот это мне больше понятно, то, что ты говоришь, да, а вот то, что здесь пишет Рав Шерки, как раз для меня это, ну, довольно неубедительно. Да, мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Мы, во всяком случае, на примере нашей исторической памяти, как бы минимально, видели, что огромные массы людей могут как бы уверовать в том смысле, что принять это как канву жизни, вещи, которые через поколение вообще непонятно, как люди могли серьезно к этому относиться, понимаешь? Наши родители совершенно серьезно относились к преподаваемым как бы фактам жизни, перспективам жизни, которые как бы следующему поколению, например, уже нам, в какой-то момент показались полным абсурдом, понимаешь? Ну, так возникает вопрос, а где она, как бы? То есть получается очень субъективная как бы вещь. Ну, хорошо, пойдем дальше. В том числе мы выразили некоторые свои сомнения. Опять же, у присутствующих, пожалуйста, сейчас, по-моему, кто-то... Да, вот Наталья. Если... Да, ты... да. Если у кого-то будут какие-то соображения, пожалуйста, мы как бы... У нас нет определенного ритма, задачи. Мы стараемся вместе разобрать то, что пишет Рав Шерки. Причем зачастую, как вы видите, мы не как бы однозначно все принимаем с однозначной степенностью, как бы, понятийности. Есть какие-то вещи, которые нам как бы менее понятны, менее убедительны, скажем так. Окей? Поэтому вполне как бы приветствуются ваши замечания или соображения, которые у вас могут возникать по ходу обсуждения. Окей, ну хорошо. Продвигаемся дальше. Кан алейну леоциф шней клалими судим. А, нет, это мы как раз прочитали. Да? А, теперь листал. Да, окей. Вот отсюда дальше идем. Да. Ну да, вот про катастрофу тоже, как бы, понимаешь, катастрофа. Факт катастрофы почему? Потому что реально ты можешь, есть свидетельство очевидцев о существовании крематориев, правильно? Либо почему? Потому что это оставило такой, как бы, след. Ну или можно сказать, что это оставило такой след, почему? Потому что люди, как бы, евреи знают, что существовали крематории. То есть это некоторые вещи, подтвержденные, как бы, не знаю, историческими свидетельствами. И поэтому оставил такой факт. Ну, не знаю. Окей. Седер Гамур.
Давайте будем тогда читать дальше. Насаек, Меат, Таклальвина и Марши, Яшне, Судим, Шель, Сипур, Мехоне. Итак, продолжает Рав Шерке. Давайте немного как бы уточним. Это общее правило, да, по-видимому, то, что мы сейчас как в нескольких словах обсуждали. И скажем, что есть два вида вот такого формообразующего, формирующего рассказа. Ну, вот, наверное, как-то так, да. Ешь сипур мехонен, шоусек биткуфа, шиба, ума, кваркаем. Может быть, ситуация, когда вот этот вот рассказ или история, события, наверное, все-таки события, да, вот, которые формируют сознание народа, нации, если оно происходит в период, в котором народ, нация уже существовала, в ешьте пуши усек биткуфа шекадма ле и васрута ума. Есть, а с другой кварка еме, да, и тогда этот как бы рассказ, он занимается событиями, которые были в то время, когда... А с другой стороны, может быть, другая ситуация, когда, наоборот, происходит некоторое явление, которое описывается в виде какого-то рассказа, мифа и так дальше, и это происходит до того, как народ, нация, оно образовалось. Вот такие два вида. До образования и после образования. А сипур мисука решен у бехрах эмету вдатит. И она все-таки отвечает, что вот такой рассказ, описывающий какое-то явление, да, мисуга решен, который имеет отношение к первому случаю, а именно, который описывает ситуацию в период, когда народ уже существовал. Он с обязательностью, с необходимостью представляет собой историческую правду, скажем так. Или правду, подтвержденную фактами. Килони танло сифла история шеля ума шлема сипур мехунан шло и трахеш. Потому что, продолжает Рав, невозможно добавить к истории народа, целого народа, да, или там целикового состоявшегося народа, да, некоторый такой формирующий вот этот рассказ, который вообще не происходил в действительности. Мне не очень это понятно. Не знаю, может быть, вам это больше, мы почитаем дальше. Что значит народ? Народ, как бы, опять же, я могу исходить из примеров только, скажем, там, где я родился, вырос, и откуда я ехал в 30-летнем возрасте, правильно? Плюс 35 лет жизни в Израиле. Я не знаю, что значит народ уже сформировался. Тот же самый, скажем, русский народ, который превратился в советский народ, да, он претерпел такие изменения, всякие истории, там, Ленин, туда-сюда, Октябрьская революция. Потом оказалось, что вообще штурм Перзимьего вообще такого не было. Это вообще нам представлялось, что чуть ли не Бородинское сражение было. Но опять же, не понятно, что значит народ, народ, который уже существовал. Мне это не очень понятно. Если это вам как бы больше понятно, скажите. Ну, или мы будем продолжать. По-моему, как раз вот история 20 века, конкретно русского там или советского народа, как раз она это опровергает. Да, что, ну, вот именно, я так мягко и хотел сказать правду. Да, показали одну историю, 70 лет в ней жили, да, что всю ну, да. историю там рассматривали как да. классов, да, там, да. рабочего да. класса, и потом и всю 20 век, опять же, там, что касается конкретно вот сталинских репрессий, да, кто-то в них верит, кто-то в них не верит. Вот. Да. И так люди живут. То есть да. в мире одних это происходило, в мире других это не происходило. Да. И каждая группа, она находит доказательства. То есть да. получается, что само понятие происходило или не происходило, оно вообще не привязано к материальному миру. Да? Оно происходило там в каком-то сознании определенного коллектива, и оно повлияло да. на них. И они точно так же, на них есть этот отпечаток, и все, что они делают, исходя из этого события. Да. Да? Потом им расскажут, докажут, что этого не было. Да? И какая-то да. часть в это поверит, исходя из этого да. станет действовать. А какая-то да. часть отвергнет это. Да. Есть такое вот слово на иврите, называется «акхаша». «Акхаша» – очень важное слово. «Акхаша» – это, ну, я не знаю, это термин такой психологический, помогите мне по-русски сказать, как это правильно будет. Это, ну, вообще, это простое отрицание.
Это некоторый способ защитной реакции организма, которая отрицает что-то произошедшее, да, с ним или там с его окружением, с его страной, как угодно, для того, чтобы сохранить какой-то моральный, духовный комфорт. То есть вот это вот акхаша, это очень сильно, когда люди как бы отталкивают от себя, отрицают этого, да. Вот на иврите называется, это сильное слово, махиш. Махиш, который отрицает. А акхаша, это вот от глагольного существительного. Это отрицание. И отрицание, это именно как бы, есть два слова, есть шлила. Шлила, это по-простому, когда человек говорит, нет, я отрицаю это. А вот акхаша, когда человек, подразумевается, что он отбрасывает то, что реально да, происходило, называется акхаша. Все как бы говорит, для меня этого не существует. Все. Вот это вот тоже интересный момент. Каким макаром? Окей. Или наоборот, да, когда есть там какое-то болезненное воспоминание или какие-то факты, да, которые человек не может принять, он очень легко хватается за идею, которая ему это объясняет, да, несмотря на то, что она может быть ложной. И человек может легко в это поверить и с этим жить, да, потому что это как бы устаканивает мир, ему с этим проще. Конечно. Даже весь коллектив, там, народ там, может в это поверить, да, взяв за что-то. Ну, не говоря о том, что вообще вся современная, как бы, я не знаю, там, наука о коммуникациях, о влиянии вообще. Идея называется «Андасат Мудаут», то, что на иврите называется, формирование, инженеризация сознания масс и так дальше, особенно с интернетом связано, все прочее. В нашу пору это очень просто объяснялось, типа там такого примитивного анекдота, может, потому что вы молодые, вы этого не знаете, типа партийное собрание идет, вы там выступает человек, который информат читает, и он говорит, что вот тут там плохо, и там плохо, и вот там всякие угнетают, и там угнетают. Вот доходит и говорит, распылил, так вот, в общем, разгорячился и говорит, вот Кудурасе у нас тоже такие проблемы, и тоже, да, вот везде проблемы. Ну, и там сидят как бы такие работяги, поднимают руку. Ну, этот самый политрук, а человек, который информацию читает. И он как бы считает, он говорит, да-да, ну вот какой у вас вопрос? Вот как бы что с этим делать? Он говорит, Гондурас, а вы, говорит, его не расчесываете. Вот все. Это один из формообразующих анекдотов в наше время. Не надо расчесывать, Гондурас, все будет чем замечательно. Так жила целый народ. Расчесывать не надо, Гондурас, все становится на свои места. Окей, ну хорошо, продолжим дальше. Аваси Пурми Асуга Шини. И переходим ко второму виду, как вот такого рассказа о событии, которое происходит в то время, когда нация как бы не существовала как таковой, да? Лоб и храхми и трахеш. Он, возможно, он не обязательно должен происходить. И вещь не та, но я ливдуто, потому что, вообще говоря, его можно было нафантазировать. Улахар микен лехазек это ума бо бэмцаим этамулутим. А после этого можно было как бы укрепить в народе сознание или идея о том, что это имело место, для пропагандистских событий. Да? Ну, то есть, как бы, ну, мы пытаемся понять, когда народ существует, то, наверное, у него как бы, его труднее, как бы, не знаю, обмануть или что-то еще, да, провести или как-то там дальше, правильно? Потому что он как бы твердо знает, что было, чего не было. А когда народ формируется, то, в общем, он готов схавать все, что угодно, что как бы его укрепляет, правильно? Да, вот у нас там была империя, да, конечно, все было наше, все. Подспудно чувствуешь очень правильно такие верить, такие рассказы, что они нам всем помогают как бы чувствовать, что мы правильные, сильные и так дальше. Ну, типа этого, наверное, я не знаю. Ле дугма, а вот сейчас будет дугма. Ле дугма. Амитус шамикашер эт шма шель и аала этна ле ир атуна. Так, наверное. Альедей ше над аба эт заед. Ну, Рав говорит про типа мифологию Древней Греции. А именно имя богини Этна, наверное, да, которая привязана или связывается с городом Атуна. На иврите Атуна это Афина, то, что по-русски, да. Через некоторые события о том, что вот эта богиня, она там посадила масличное дерево. Усипур лом и вусас. Это, в общем, ничем не обоснованная история. Киуи трахеш михусла история Ивани. Почему? Потому что он произошел вне, как бы, я не знаю, магистральной дороги греческой истории. Да? Вот такое утверждение. Улам Милхемит Троя, но приводит другой пример. Но война, Троянская война, правильно?
Вода и Тархаша, она, конечно, произымела место в действительности. Почему? Мишумши и Руа Мехонен. Почему? Потому что она является как раз вот эта Троянская война. Троянская, так правильно называется? Нет? Может быть, да. Да, произошла. Почему? Потому что она как раз была именно тем самым формирующим событием, Шияца Лефоль Ахарей Вазрут Шеля Умая Ванит, которое фактически произошло уже после создания греческого народа. Лахен, луаю мисаприм лануша тура нитна леавот. Теперь переходим к нашим, как бы, ну, не баранам, но, во всяком случае, наши поля. Да? Итак, лахен, луаю мисаприм лануша тура нитна леавот. Если бы нам рассказывали, что Тора была дана уже праотцам, вальси пурзе, аину мы высосим этому натейну бы Тора. И тогда на этом рассказе, о том, что Тора была дана уже, слово «уже» я вставил, нашим праотцам, на нем бы базировалась наша вера в Тору. И вшара я лефакбек, бековануто, тогда можно было бы сомневаться. Вот такое замечательное слово «лефакбек». От слова «да, лефакбек» – это сомневаться. «Пикпук» – это сомнение, но еще и некоторые, то, что, по-моему, по-русски переводится «мандраж». Да? Вот, например, человек, которого там при какой-то ситуации такой, в общем, внушающий страх, говорят «пикберкайм». Я думаю, тоже слово «лефакбек». Да, ну а кроме того, как это пробка, это тоже может с чем-то связано. Человек, может быть, куда-то просто вошел в стопер такой. Ну, а значит, «лефакбек» – это совершенно точно сомневаться. Да? «Пикпук» – это сомнение. Или «хашаш» еще. «Бекованато» – «эфшара я лефакбек». Можно было сомневаться. «Бе нахунуто» – в справедливости этой истории. Мишум шам Исраэль адайн лоу фия креума. Почему? Потому что народ Израиля еще не появился как... Потому что народ Израиля еще не появился как нация, скажем так. То есть во времена праотцов не появился как нация. Ну, то есть опять вот мне это как бы... Ну, не 100% как бы кажется понятным или доказуемым о том, что рабы к чему все это говорит. Он хочет там как бы, ну, доказать, если можно так сказать... историческую правду события дарования Торы. О том, что такую историю невозможно было просто придумать. Почему? Потому что если бы это было не в тот момент, когда сформировался народ, а именно во времена праотцов, тогда народы как бы еще не было, были отдельные личности, и тогда бы рассказали, что им дали Тору, и вот это та Тора, которую вам передали. Так можно сказать, может быть, ну, отцы ничего не получали, откуда вообще это взялось? А когда это на глазах у всего народа, и народ уже сформировался, он принимает как коллектив, тут, по-видимому, другая история. Ну вот я это понимаю так. Не знаю, если у вас есть другие соображения, значит, соответственно, выскажите. Окей? Опять же, если спроецировать на 20 век, да, который мы видим, да, что сейчас люди видят совершенно по-разному, можно предположить, что некая группа мудрецов, да, пришла к еврейскому народу и сказала, что вот было такое событие. Либо было какое-то событие, которое можно понять как дарование Торы. Да? И кто-то поверил, а кто-то в это не поверил. И те, которые не поверили, они потом ассимилировались, растворились в других народах. А те, которые поверили, они и стали тем еврейским народом, который мы сейчас знаем. Да, и тогда получается что? Что вот этот образующий рассказ, он как раз предшествовал образованию той общности, которая стала еврейским народом. Да. Да, я согласен. Я согласен. Если у народа возникли какие-то мысли, можете их озвучить. Ну хорошо, продолжаем дальше. Аклаль ашени. Теперь второе правило. Сипурши ившар ливдото уаль эми. Да, вот теперь, значит, вторая штука. Во-первых, мы сказали про вот правдивость как бы рассказа, в зависимости от того, в какой период он происходит. До формирования нации или после формирования нации. Ну и, соответственно, пересчитываем евреев, дарование Торы произошло после как бы формирования нации, поэтому он обладает большей степенью достоверности или вообще обладает степенью достоверности, чем тот же Сипур, который бы рассказывался, например, про дарование Торы братцам. Окей? Теперь переходим ко второму правилу. Сипур шеифшар ливдото уэмет. Такое, в общем, не знаю, капитальное высказывание, а именно рассказ, который невозможно придумать, в смысле нафантазировать, да, он является правдой. Тиун зэму вабы прашат вейтханан.
И вот это утверждение, оно приводится в разделе Вайтханан. Смотрите книгу Дворим, 4 глава, 22 стих. Кишааль нала ямим решони. Ашер айулы фанеха. Лемин айом ашер бара элоим адам аля арац. Вылы мекцата шамаем в адкце. Вообще, спроси ты у кого-нибудь. Я вам такой недословный. Можете посмотреть дословный перевод на Талдот.ру. Но как бы тут идея такая. Некоторую постановку вопроса от противоположного. Вообще, спросите когда-нибудь, в какие-нибудь дни, перед кем-нибудь, со дня сотворения человека вообще на земле и до конца вообще всех времен, с одного полушария до другого полушария, микоцекция, с края до края всей земли. А дальше о чем спроси? Было ли вообще когда-нибудь такое? Ани ек и давар агадоля зе, ванишма. Вообще кто-нибудь слышал про такую вещь? Или вообще происходило ли когда-нибудь такое событие? Речь идет о даровании Торы. Окей? Ну, вообще, честно говоря, опять же, 12 слова Леалю, текст святой. Ну, вот это тоже известный такой анекдот, типа там еврейский. Последний раз его Рапширки тоже повторял на уроке, да? Это типа такой вот аргументация, да? Которая очень похожа на аргументацию вот из этого Ханана. Какое есть доказательство о том, что, например, говорят про всех праотцов, например, про отца Якова. Откуда известно, что у него была кипа на голове? Кто-то знает, каким образом это доказывается? Ну, очень просто. Сказано, «Вейце Яков, Мехаран». Не Мехаран, Падан Арам. Да, Яков вышел из Падан Арама. Говорит, вы слушайте, можете себе представить, что Яков Авину вышел, и у него не было кипы на голове? Ну, вот как такое доказательство. Ну, здесь как бы, здесь доказательство такое же, хотя, ну, наверное, в этом тоже есть как бы какой-то такой пафос, да, что о таком событии вообще никто никогда не слышал. Хотя вспоминаю этого Давида Копелевича, да, не вспоминая после лекции, которую он читает. И вот его интересно было с Равширки вообще говоря, соединить. Вот, по-моему, как раз говоря про Синайское откровение и вообще все. Ну, что странно, что такое событие, которое в глазах еврейского народа имеет вообще грандиозное космическое значение. И вот, пожалуйста, вот в главе Ханан говорится, кто-нибудь когда-нибудь слышал? Ответ такой, мало того, что не слышали, даже нигде об этом упоминания. Такой ответ. Ну, хорошо. Дальше. Пишет Рав Шерки. «Акатуф мазмину тану лейтбунен бисипурей ами бихоля олам». Вот из этого пасука видно, что текст Торы, Писание призывает нас смотреться, вглядеться вот, в рассказы других народов всего мира и проверить. «Вэлевдок им не ео нишма давар гадоль казе». Вообще где-нибудь сказано, упоминается про такое великое событие. Ние, ну, объясняется в течение как бы грамматики еврейской, ние было ли, смысл в том, происходило ли когда-нибудь такое событие. Кэлломар сипора мити, что было ли когда-нибудь событие, вот такое, событие настоящее, оно описывается вообще в Библии. Теперь дальше. Разбирает слово второе, нишма. Нишма, то есть было ли где-нибудь, были где-нибудь об этом услышано. Пирушо шемесупар, то есть объяснение такое, рассказывался ли этот сипур, кэлумар, сипур шилой трахэш, а именно, который не происходил. Это я не очень понимаю. Шамаем, анье, кэдавар, агадоль, асэ, о, нишма, камо. То есть речь даже, наверное, действует, что речь нету подобного упоминания ни о событиях, которые имели место, и даже о событиях, которые вообще не происходили. Даже надуманного такого нет. То есть никто даже придумать такое не мог. Вот какая идея. Да? Ну да, не на самом деле не было. Не на самом деле, не да. Не рассказывал такого выдуманного. Да. Я не знаю, это вот сейчас будет такая тоже классная фраза, Рав Шерки говорит, кто мог такое вообще, в каком народе можно было придумать, да, можно придумать такую штуку, что сам Господь Бог спускается с небес для того, чтобы рассказать народу
какие кушанья надо готовить в субботу. Ну, то есть, как бы никому в голову такое прийти не может, правильно? Что, как бы божественное не занятие для богов, для бога. Окей. Хорошо, это мы как бы прочитали. Дальше. Повторяет как бы «Ашама им коля элуим и дабер митоха эш кашер шамата ата байхье». Это продолжение вот этой цитаты, этого пасука. Слышал ли ты когда-нибудь голос Бога, который говорит из среды огня? Слышал ли народ? Да, слава, да, Шамата Ам, да, правильно. Слышал ли народ голос Бога, говорящий из среды огня? Когда он слышит этот голос, и при этом остается живым. Народ, в смысле, да? Окей. Лемор, то есть как бы говоря, это Раф объясняет. Блешваты насулы хапы смысурот кольшим наберет аль итгалут абуре. То есть для сравнения попытайтесь поискать и найти в какой-нибудь традиции, каких-нибудь народов, да, или какой-либо традиции, которая говорит о проявлении Творца, да, кесипура история о митологии, как в качестве рассказа исторического или мифологического поведения. Сипур казе лони тан гамлэмцы. И этот рассказ невозможно, по-видимому, также придумать. Мишумши район итгалут шельбуре узарлэнэш. Почему? Потому что идея явления Творца представляется чуждой самой душе человека. Не знаю. А махшаваши буре аколь яце ме ильянуто в яхдор литоха мыцеют гдей лицавет аля адамки. О, вот эта фраза. Кицат лахин тушрей шаббат. И махшава ло нормативит. Вот сама мысль о том, что творец всего, он нисходит со своих высот, и проникает или является внутрь сотворенного или вниз сотворенного. Для чего? Для того, чтобы заповедовать человеку, каким образом ему следует готовить шабатные кушания. Сама такая мысль, она является ненормативной, то есть как бы ненормальной. Человек психом должен быть для того, чтобы такое придумать. Такая, наверное, идея, правильно? Когда говоришь, что поведение человека ненормативное, ну, значит, он ведет себя как псих. Да, на самом деле, и вот это, и как бы, когда говоришь с какими-то другими людьми, то есть вот им это и кажется неестественным, да, что вот эти все размеры там разных деталей мешкана, да, они говорят, как Богу может быть до этого дела, да, и с какой там размер должен быть. Вот над этим как раз смеются, да, те, которые извне, да. А на самом деле, если задуматься, получается, может быть, это и есть доказательство, да, что как раз вот это является смешным, совершенно противоестественным, да, для тех, кто не в теме, что именно Богу есть дело. Ну, ладно, там он говорит, я творец неба и земли, да, там еще что-то. Да. Это нормально, да. Но когда он говорит, вот сделай мне такое обиталище, да, и вот... Да, такая, два на два, брусчатки-то распили, поставь, все, чтобы было четко, да? И вот это вот совершенно как-то неестественно и даже смешно от того, что неестественно, да, для тех, кто не в теме, кто как раз и получается это доказательство. Похоже, что так. И эйна ола альда тафилу бетор бдая. Такая идея, это то, что сейчас Андрей нам говорил, да, она не может у человека появиться в голове даже в роли какого-то фэнтези придуманного. Бдая – это нереальность. Это что-то нереальное. Отсюда бидьони – это что-то типа фантастика. Мада бидьони – это научпоп, наверное. Лахен. Эн коль свирут шаума шлемат и дабер алит галут айло эле. Поэтому не может быть никакого как бы логического предположения, что целый народ будет говорить о таком явлении Бога ему, народу в смысле. Продолжает Рав. Менасек зотках. Давайте сформулируем это так. А ехидим шемаалим бедаатам шебуре улам бедабер
эле шеумрим ше имаму дибер умикан шеем умрим это имет. Не очень понял, но переведем. Вот те индивидуумы, отдельные личности, которые могут себе как бы вообще представить о том, что сотворивший весь мир, что он может вообще разговаривать, имеется в виду разговаривать человеческим голосом, да? Они как раз именно те, которые говорят, что он с ними говорил. Умикан шеем умрим это имет. И отсюда следует, что они говорят правду. То есть, по-видимому, это, наверное, эта фраза, если я правильно понимаю, она такая. Никакому нормальному человеку не может прийти в голову идея о том, что Бог говорит человеческим голосом. Только в каком случае? Если он и говорит, что я тот самый человек, который он мне говорил. То есть, если я приду и скажу, вот с соседом разговаривал Всевышний. Скажет, парень, ты в своем уме? Нет. А если я приду откуда-то, не я, а пророки, там, не знаю, Иисус, Мухаммед, и скажут, например, вот со мной разговаривал Бог. И этим они подтверждают свою правоту. На основании того, что он разговаривал с ним. Так, наверное, нет? Да, но здесь есть еще разница, что одиночки как раз такие и есть, да, но нет такого народа. То есть нет весь народ говорил, что с нами говорил Бог как с народом. Да. Одиночек таких как раз предостаточно. Да. Ну, мне тоже кажется, опять, не потому что я халила, как бы, я просто говорю, что для меня вот более понятны два момента из того, что мы прочитали. Первый момент – это момент действительно коллективный. Действительно. То есть не индивидуум, а коллектив. Да? И причем сформировавшийся коллектив, вот то, что пишет Раф, это тоже, наверное, важно. И второй момент – о том, что действительно большая часть, чему была посвящена дарование Торы, речь идет о технических деталях. Не делай это, и делай то, и так дальше. И это понимается совершенно как-то с точки зрения нормального человеческого разума, совершенно непостижимо. Это невозможно придумать. Как бы зачем это Богу надо? Окей. Ну, так, наверное, да? Народ, кто-то хочет что-то сказать, дополнить? Не знаю, народ все понял, по-видимому. Да, казалось бы, тема такая скользкая и провокативная. Да, и мы еще так говорим. Не знаю, все почему-то молчат. Народ, не молчите. Ну хорошо, ладно, призыв. Окей. Ну давай, тогда читай дальше. Так, ну тогда следующий отрывок, который называется «Дугмаот. Примеры». Ну да. «Намхиша татиун аль-еде гасипур хаба». Проиллюстрируем нашу аргументацию следующим рассказом. Елит катан ше гадель бесвива ше кула доверит иврит. Маленький мальчик, который вырос в окружении, которое говорит только на иврите, хозер йомеха дабайта вэлмэр, возвращается однажды домой и говорит шне мишпатим ваепанит, и говорит два предложения на японском языке. Шуали Муто Горав, спрашивают его родители. Да. Мили медут ха это мишпатим ха эле. Кто научил тебя этим предложением? Вехаеле доне, шеламат зот мишне анашим баалей айнаем мелухсанот у мацлемак дулаши, пагаш бедарко хабайте. И Елит отвечает, и ребенок отвечает, что он выучил эти предложения у двух людей с раскосыми глазами и большим фотоаппаратом, которых он встретил по дороге домой. Ну да. Помикре казе эйн в шарут шило на аминло. И в таком случае невозможно, чтобы мы ему не поверили. Да. Ишур шило и тахэн ша елет шаав это едиа азо мимакор ахер зулат ха епаним шепагаш. Потому что невозможно, чтобы ребенок впитал эти знания из какого-то другого источника, кроме как из японцев, которых он встретил. Еш шкарим ше и шар легамцеам. Существует такая ложь, такая неправда, которую невозможно изобрести, которую невозможно выдумать.
Валахен меликатхила лою супру. И да. Поэтому ее как бы заведомо не рассказывают. Да. Да, то есть если кто-то хочет соврать, он будет говорить что-то правдоподобное, да, чему поверят. Вот, какой смысл врать, да, рассказывать что-то невероятное? Вот, если рассказывать что-то невероятное, это знак того, что это правда, что невозможно выдумать. Это все доказательство того, что мы до этого читали, да, то, что дарование Торы – это совершенно невероятное событие. Ках гам бенуге легит галут. И тоже, что касается и откровения, да, итгалут, раскрытия Творца. Мязат куфа ха прехисторит, в адхайом, со времен доисторических и до сегодняшнего дня, лохайта тарбут ше алата алдаата сипур ше литгалут абурели амшалем. С доисторических времен до наших дней не было такой культуры, которой пришла бы в голову история откровения Творца целому народу. Mm-hmm. То есть целому народу, да, при этом одиночки такие могли быть. И да, и об этом, кажется, дальше и сказано. Философия о Кдам Сократе, досократическая философия, Яхула ли шамеш дугма яфа ле иньянейну. Яхула ли шамеш, а может служить красивым примером для нашего обсуждения. Ну да. Коля философия Баутат Куфа, все философы в тот период, аю бе офен зе о ахер пантеистам, были в той или иной степени пантеистами. Да. Эм лоис лиху лейт насе эль ме эвер, эль мавар легвулот. Эль ме эвер, ты правильно сказал, да. Да. Они, им не удавалось вознестись, ну, да, за пределы космоса. Да. То есть им не удавалось выйти за пределы космоса, валиакир, бэлокут, невделят, и познакомиться с абстрактной божественностью. Как-то так. Ну, или признать, я думаю, может быть, да. Валиакир, в смысле, признать. То есть те боги, о которых они говорили, они были частью их космоса, частью реальности. Да? Либо частью их мира, я думаю, да. А, и вот именно Элокут Невдели, да, то, что называется абстрактная божественность. Ну да, трансцендентальная, то, что Раф говорит. Да, трансцендентная, там, апофатическая, да, когда мы ничего можем сказать о Боге, да, можем только отрицать, что он не это, да, а он нечто такое, о чем нельзя и сказать, и помыслить. Вот такое им не приходило в голову, да, к этим древнесократическим философам. Умна мацана бы металлогия сипурим алит галуйот шель элим ливне адам. Однако мы встречаем в мифологии рассказы о раскрытии, да, об откровении богов людям. Улам эйн медубар бе эль боре нивдалю мувшат. Но здесь не говорится о боге-творце, отделенном и абстрактном. Эла бе элим зутратим. Но говорится о богах второго ранга, которые в конечном счете являются частью творения. Да. То есть откровения богов людям были, но это были не боги-творцы, а это были боги второго ранга. Да? Ну, я не знаток греческой философии, поэтому не могу проверить. Может быть, кто-то в курсе? Да. Какой ликбез нам сделает, действительно это так или нет? Я тоже не могу сказать, но исходя из общих соображений, она действительно так. Зевсы туда-сюда, в общем, да, можно себе представить. Так, хорошо. Лахен им умашлима месаперет киги хафтам ивгаш им мишеним саме эвер леолам. И поэтому, если целый народ рассказывает, что он пережил встречу с тем, кто находится за пределами мира, ибо эхрех месаперет атеймет, он неизбежно, да, обязательно говорит правду. Шекен ги ло гайта яхула ли галот зот аль гадат меацмам. Потому что
То есть сам народ не мог этого вообразить. Как-то так. То есть само по себе не могло прийти это в голову целому народу, да, то, что Бог Творец трансцендентный, да, вмешался в реальность, да, и разговаривает, значит, с этим народом. Да, но это вот мне кажется, я не знаю, если был бы Раф, я сейчас участвовал в нашем как бы обсуждении, я бы его спросил. Во-первых, мне кажется, есть такой термин в психологии, называется массовый психоз. Что значит массовый? Ну, когда не один человек, а когда как бы целый коллектив, да, он обуен чем-то таким, что, в общем, к реальности не имеет отношения. Это раз. Во-вторых, тут главный акцент Рава Шепки, он говорит на том, что невозможно было такой придумать, потому что это мифгаш, он совершенно трансцендентальный. Хорошо, но сама встреча, она была как бы не трансцендентальная, наоборот, Всевышний это обставил как бы в рамку понятного человека. Более того, Роим это колот, было полное ощущение того, что голос, который с ним существует, лапидим, факелы, огонь, гром, молния, как бы все эти вещи, они, по-видимому, были призваны создать как бы, ну, я не знаю, как бы ощущение реальности происходящего, а что-то трансцендентального в огне. Это как раз признаки того, что как бы шатается вся вот эта имманентная реальность, когда в нее входит что-то трансцендентное. Да? То есть понятное дело, там, что у них был шок, и то, как они могли вот этот шок описать, да, это и описывает там облако, мрак, гром, молния и так далее. Да, но что в это, что в самом как бы мизгероте, в самой рамке вот дарования Торы, что в этом было трансцендентального? Ну, можно сказать, что Руим это колод, нормальный человек, вот это смешение чувств, видение и слышание у человека разделяются. Человек не может видеть голоса. Было такое ощущение, что стоявшие, они видели голос. И как, например, про субботу сказано, ну, шамор вазахор бадибур эхад. То есть служить и помнить, выполнять и помнить бадибур эхад в одном говорении. То есть как бы разные слова, например, шамор вазахор, они как бы произносят таким образом, что у слушающего они воспринимаются как нечто неразделимое, одно целое. Называется бадибурыха. То есть я пытаюсь сейчас вот как бы на одной ноге вспомнить какие-то вещи, которые, ну, трансцендентальные, отличаются от того, что человек в реальной жизни с ним происходит. Как-то так, наверное. Нет, сама встреча, она была в этом мире, да. А тот, с кем встречались, он трансцендентный, да. И поэтому, когда он вошел в этот мир, когда он раскрылся в этом мире, тогда были какие-то вот различные чудесные спецэффекты. Да? Видели голоса, гром и молния и так далее. Да? Но опять же, как бы, где доказательство, что тот, с кем они встречались, он был из-за пределов этого мира, но его, да, в принципе, не может быть. Опять же, да, что в него можно только верить, да, что сказали те, кто свидетели, да, этой встречи, то есть Моше и мудрецы потом передали, что он тот, с кем они встречались, он трансцендентный, да, и мы им верим, да, если мы верим, то мы начинаем тоже жить, да, в этом рассказе в какой-то мере, вот, но как бы самих доказательств, да, что они встречались с трансцендентным, да, вот таких как бы ощутимых, их в принципе быть не может, да. Опять же, там, если сейчас будет раскрытие, да, то потом оно закончится, то можно точно так же списать на массовый психоз, да, для тех, кто в этом не участвовал. Ну да. Ну, смотрите, уже интересно, когда Бог, например, хочет привлечь внимание Моше, он его, не хочу сказать, заманивает, но привлекает его внимание, ну, что показывает ему куст терновника, который горит и не сгорает. То есть как бы такая, по прямому смыслу, довольно, ну, не хочу сказать, халила, примитивная, ну, как бы простая примочка, да, идет пастух, вдруг он видит, странное дело, представляешь, куст горит, но обычно, если куст горит, как бы все, что горит, оно кончается, как бы горит и не кончается, ну, что такое вообще, подошел, посмотрел, вау, и тут голос Бога тебе говорит, понимаешь? Ну, сама идея этого куста, который горит, она
вполне, по-видимому, жизненная для пастуха. Горит куст, мало ли чего он загорелся, не знаю. То, что он не сгорал. То есть как бы оболочка, она очень, ну, очень такая реальная, внутри которого происходит некоторый такой фокус, а именно, что это какая-то реальность, немножко отличается от реальности происходящего. Ну, типа чудо. Вот это. А с другой стороны, понимаешь, приходит на ум вот для современного человека, да, который привык там, не знаю, ходить на всякие представления вообще, эти, смотри, выступления современных актеров, да, Авдиль Альфай Абдалот, я это не сравниваю вообще с описанными событиями. Но то, что там происходит, там гром, молнии, там светомузыка вообще, у людей крыша просто едет, понимаешь, там они слышат голоса, и видят голоса, и смотрят голоса, и все, что хочешь, просто что-то фантастическое, понимаешь? Ну, так вот тоже вопрос, что надо для современного человека сделать, чтобы его так поразить, понимаешь? Может быть, для людей того времени, для которых как бы не было вообще там мультимедиа и пятое, и десятое. Для них это хватало. А что надо современному человеку показать, чтобы он вообще обалдел? Уже, кажется, уже настолько всем этим переелся, что его просто удивить вообще ничем невозможно. Нет, ну отдельному человеку, да, можно там чем-то удивить, да, но потом он будет рассказывать, ему не поверят. Вот если всем сразу, да, народу или всему человечеству, да, то можно себе представить какие-то невероятные явления, которые... Смотри, я тебе скажу на собственном, вот был вечер Маниту, как раз вот у нас тут в Йом-РВИ, когда я не смог участвовать там в занятии, неважно, как раз был вечер 100 лет со дня рождения Маниту, Рав Юда Ашкенази, который вообще лидер французского еврейства, один из, ну, великих, видимо, философов современных еврейских, который сделал Алию. Пока что, в значительной степени, насколько я понимаю, мало известен еврейской израильской публике, а в основном франкоязычным. Вот там было очень интересно. Но вот там в конце для молодежи, по-видимому, выступал такой франкоязычный религиозный парень-певец. Я, честно говоря, мало вообще не хожу на такие как бы представления. Сижу дома, то работаю, все время слушаю музыку. Но как бы на такие еще не хожу. И, честно говоря, сам был даже себе не поражен. Там какая-то получается странная реальность. То есть какими средствами делается? У тебя есть физически на сцене, есть люди, тот же самый певец. А с помощью как бы этого миксинга такого делается, за ним создается реальность, где он ходит, что-то летает, еще что-то. И поскольку он как бы находится внутри вот этой мультимедиа, которая за ним крутится, значит, в какой-то момент даже я почувствовал на себе, что ты начинаешь как бы терять ощущение вот физического, как бы, физическое присутствие этого певца, который просто ходит по сцене, превращается в что-то другое, понимаешь? Он начинает жить в каком-то вот типа трансцендентальном пространстве совершенно. Вот, пожалуйста, тебе эффект. Серьезно? Да? Постепенно границы реальности при помощи технологии, да, размываются. 100%. Да, конечно, 100%. Окей. Поэтому вот большой вопрос, который мне было интересно на очередке задать. Вот интересно, вся, опять не хочу сказать, светомузыка, которая была, или мультимедийные эффекты, которые были при даровании Торы, вот для современного поколения, что надо такое придумать, понимать, чтобы вот все опупели вообще и сказали, не, ну такое выдумать нельзя. Ну, то, не знаю, то, ну хорошо. Виртуальный Машиах, да, то есть такие конспирологи, да, в России, которые говорят, что технологии разрабатываются для того, чтобы явить миру 3D-Машиаха, да, и чтобы он поверил в него и пошел за евреями. Ну да, это известная, смотри, да, это известная вещь, которая, в общем, как бы логично принимается, да, о том, что, ну, главное изобретение человечества, интернет, типа объединение всех людей, это как бы шаги для того, чтобы сплотить все человечество, потому что человечество было как единый организм, который готов принять идеи, и Машиаха и так дальше. Ну, представляется как бы разумным, правильно? Не надо по всем деревням ходить, а просто одно представление сделал, там всех мобильники включились в один момент, все, как бы услышали голос, все. Окей. Ну да, уже я навскидку вспоминаю несколько песен, да, современных религиозных, о том, что пришел Машиах, по всем новостям об этом показывают, вот он едет на осле, да, там включаешь интернет, телевизор, везде говорят, пришел Машиах. Да. Да, WhatsApp, делаешь шеринг, и все видят, 100%. Все очень просто. Окей.
Работа Машеха, она будет гораздо проще по-другому. И наоборот, гораздо сложнее, что надо приложить совершенно непонятные усилия, чтобы убедить людей. Непонятно, что человеку надо еще такое. Он настолько уже как бы закален вообще в этих представлениях, понимаешь, что ему надо такое представить, что он как бы обалдел совершенно. Ну, хотя как бы факта хватает, да, вот такие грустно-трагические события, типа короны. Поразило человечество, правильно? Казалось бы, все идет своим ходом, нормально, человечество живет. Вдруг бах, приходит корона. Все стоят на уши, одни к раввинам, другие еще кому-то бегут, значит, спрашивают, что делать, как жить, вообще совершенно непонятно. Все условия жизни, они как бы в одну секунду кончаются. Да? Окей. Но... Ну, хорошо. Так, ну, продолжим. Тут у нас до конца остался кусочек. Нутар от латет эт а дат аль анасрут ве а ислам. Вот, пожалуйста. То есть, как это перевести-то? Осталось... Ну, вообще, нам вот еще осталось только как бы остановиться на Египте, на христианстве и на исламе, да. Да. А это галуйот шехазу ешу ве мухам... Хаву, которые переживали слегка. Хавая. А, хаву, да. Ешу ве мухаммад логаю меулам сипурим мехоненим шель ума... Кольшеви. Ну да. Те откровения, которые переживали Ешу и Мухаммад, никогда не были формообразующими историями для какого-либо народа. Ну да. Аваля макум ше тофсот датот элу бетодаа энушит у рав. Но место, которое занимают эти религии в человеческом сознании, оно велико. Да? Как это объяснить? Как же сипурим одотам мешамшим бехлет эвен есод шезегут коллектив? Вот, пожалуйста. Так что... Рассказы о них. Рассказы, да? О них. Одотам – это одототам. Это о них. Алеем одотам. Об откровениях, которые были у Ешу и Мухаммада. Да. То есть они как бы стали, конечно же, основанием некой коллективной идентичности. Да. То есть не какого-то народа, да, как еврейский народ, в основе которого лежит откровение, да, дарование Тора, да, которое было уже во время существования народа. Да. Вот. Но как бы то, что пережили, те откровения, которые пережили Ешу и Мухаммад, да, они таки стали формообразующими рассказами. Раф вынужден признать, по-видимому, как бы исторический факт. Народа там не было, были отдельные личности. Тем не менее, это работает. Что возникли две общности, да, которые, да, совершенно там по 2 миллиарда, грубо говоря, тех, да, и 2 миллиарда этих, да, для которых, да, это, эти события были. Да, да. В их мире так было, и они с этим живут. Да, и они как, да, раз на этом и основаны, вот эти общности, да, христиан, да, и мусульман. Да. Ахкан анахну баим лехевдель хайкрони леума а леумат хайгадут. Но здесь мы приходим к принципиальному различию по сравнению с иудаизмом. Ну да. Ха едиот, ха историот, бедавар киюмам, шель ешу у Мухаммад, эйнам меламдот, аль идгалут, ха элухим, эль ха нусрим, о эль ха муслимим. Исторические знания, исторические сведения относительно существования Ешу и Мухаммада не свидетельствуют о божественном откровении христианам или мусульманам. Да? То есть мы не знаем, что... Ну, да. То есть они не обращались. Они не обращались к... Вот я думаю, эта идея такая, что... Этот Идгалут, проявление, это было не обращение к коллективу, нацрин, либо коллективу мусульман, которые уже сформировались к тому времени. А это было обращение, если оно было, к отдельно взятым людям. Да, да. Это прям то, что Рав говорит. Да, и та общность... Он не обращался, он говорил к Ешу. Он, если он говорил, к Ешу. Ешу приходил и говорил, о, мне было сказано, он говорил ей. И слово было для всех ноцарин. Ноцарин тогда не было, точно так же и с мусульманин. Это, по-видимому, так. Угу.
Эл-Аль-Пуалам Шель Ешу Мухаммед Бельват. Ну да, то есть эти откровения, они оставили как впечатление, они повлияли только на Мухаммеда и Ешу, и только. Да. Им не шай носри мипнейма хема миним бен буа. Если мы спросим христиан, по причине чего они верят в пророчество, Чуватам тих ебе секумоши давар, их ответ в конечном счете будет следующий. Ану маминим, мишум шану маминим. Мы верим, потому что мы верим. Ну да, и тут стоит, наверное, заметить то, что Рав говорил, во всяком случае, по отношению к ивриту, большая разница. Слово эмуна. Потому что, как бы, есть неправильное понятие, ну и как бы в современном иврите, ну уже в других трактурах, что вера, то, что принимается, то, что по-русски принимается на веру. То есть есть действительно две большие разницы. То, что принимается на веру, и то, что верное. То, что верное, это истинное. А то, что принимается на веру, то, что невозможно доказать. Так вот, ответ на Цирева, он будет сказать в том, что они верны, потому что они верны, потому что мы принимаем это на веру. Доказать это невозможно. Но, по-видимому, ответ не такой, что, а если спрашиваешь еврея, то он скажет. А не момент, почему? Потому что это эмет, потому что это правда, потому что это истина. Вот, наверное, вот это, наверное, такой ответ. Ну, а истина – это то, что доказано, так получается? А истина – это то, что доказано, да. И опять откручивается, это невозможно обмануть весь народ. Народ уже к тому времени существовал. Это явление не одиночному человеку, а это явление целому народу, который не мог предположить. Ну, и все то, что мы говорили до этого. Да, но получается, что Раф нам привел доказания этой истины, да, но мы с тобой, например, не нашли их стопроцентно убедительно. Я не нашел 100%. Мне показалось, что это не 100% убедительно. Хотя я 100% согласен с Равом, что действительно отличие вот на основах веры, которые основаны на явлении Бога, действительно сильно отличаются от того, что это было у евреев как народа, и то, что было у отдельных личностей Христа и Мухаммеда, когда еще вообще не было коллектива ни христиан, ни мусульман. Да? Разница стопроцентная. Но сказать, чтобы Рав как бы стопроцентно нас убедил, не совсем. Мне так кажется, не знаю. Лу ам Исраэль хаям экабель эт ха-Тора беглаль дмуто шель Моше Рабейну. Если бы народ Израиля принял Тору по причине как бы образа Моше Рабейну. Ну, он даже не попадает, в виде образа, да, бегла, то есть из-за. То есть тут такое сравнение, можно сказать. А, там были индивидуумы. У нас тоже был индивидуум. Если пришел Моше, как пришел Авдель Ешу, сказал, вот мне было видение Всевышнего, он сказал мне то-то и то-то. Тогда это как бы, это было бы на одном уровне. Вот, как бы, но Синайское откровение происходило на другом уровне. Угу. То есть, если бы народ Израиля поверил бы в это откровение, как да, бы... Моше как пророк. Человеку. Да, да. Лога яколь хевдель бешореш вадау. Вот, не пожалуйста. Тогда разница в самом корне как бы признания этой реальности. То есть, тогда было бы на таком же уровне истины. А эти говорят, что Христос. А евреи бы говорили, что Моше Рабейну нам так рассказал. Все, мы поверим. Улам хаедия ха историт алюдот маамад хар Синай. Однако и исторические сведения относительно стояния у горы Синай, шегутира эт решима бе ам Ягуди, которая наложила отпечаток на народ, на еврейский народ, мехила бе туха эт ахидуш шелит галут айлухим ли ам куло. Куло, вот амкуло, вот это ключевое слово. Только я не понял, исторические сведения относительно состояния у горы Синай, ведь нет же таких исторических сведений. Понимаешь, вот есть. Это вот, я честно скажу, я дико извиняюсь, я сейчас произношу это, но вот это какое-то жонглирование, понимаешь, вот это вот то, что меня как бы немножко смущает. Понимаешь, потому что с одной стороны, все-таки все доказательства, они косвенные, да, я не знаю, в науке это не считается историческим свидетельством, вот те косвенные доказательства, которые приводит Рав. Они, да, они нас как-то убеждают, да, то есть нас уже убежденных, они как-то убеждают. Савава. Но сказать, что это идея истории, откуда видно, что она идея истории?
Поэтому как Раф использует это слово, вот это «Идиа, история, тут Маамат, Арсенай», это не очень понятно. Но дальнейшая как бы фраза в отношении Синайского откровения, которая оставила по себе такое сильное впечатление на весь еврейский народ, она в себя включала возобновление божественного явления всему народу. А, хидуш, слегка, не хашу хидуш, она включала в себя вот такое новшество, слегка. Не возобновление, а новшество, да, вот такое новое, что было. А именно проявление Всевышнего всему народу. То есть аналогов чего нету в других религиях, да. В других мифологиях. Да, проявление всему народу. Вегиша нутенет токеф леймуна бедвар тора мина шамаем. И это то, что дает силу верить в дарование Торы с небес. Да. Хотя до этого, если ты помнишь, Раф нам объяснял, что чуть ли не все Синайское откровение, оно было нужно для чего? Для того, чтобы народ поверил Моше. Потому что народ как бы справедливо считал, что Моше, он что-то такое от себя лепит, грубо говоря. Да? Помнишь эту идею там, что вот как бы он представлялось в глазах народа легитимно, нормально и логично, что он некоторый сионистский лидер, который осуществляет то, что было обещано праотцам. Освобождение от рабства и привод на свою землю, быть как все народы. Это нормально. А когда он стал им толковать что-то такое про божественные заповеди, они им сказали, это ты что-то такое гонишь. Это либо ты во дворце у фараона, либо ты у медьяне что-то такое наслушался. Мы к этому не готовы. Ты вообще что на себя берешь? Ты про что нам рассказываешь вообще? И тогда Всевышний ему сказал, я вот явлюсь. Для чего? Как бы это слова Торы. Ямину Бехай, и в тебя тоже поверят. Получается как бы парадокс, да, что откровение, да, оно было благодаря тому, что народ оказался достаточно скептичным, да, чтобы не поверить. Это мы проходили в прошлый раз, да, конечно, конечно. Вот, мы теперь, то есть, такие же скептики, да, здесь говорим, да. Ну, ничего себе, разве это доказательство? Вообще-то, с точки зрения науки, насколько я знаю, в то время, когда была дарована Тора, еще не было, не был сформирован еврейский народ как общность, да, то есть свидетельства о нем, они... Вот это тоже интересно, понимаешь? Возникают. Да, да, вот этот народ, коллектив, который вышел из Египта, его можно назвать народом. По какому параметру он назывался народом? На опять же, 600 тысяч, да, которые как раз подверг сомнению. Вот... Я сейчас не говорю технические вопросы, которые тут же моментально приходят в голову. Послушай, народ был 400 лет в рабстве. Они иврит вообще знали? Они, наверное, по-египетски разговаривали, ну, как бы разумно, да? Тора была дана на иврите, они вообще понимали иврит. Евреи, которые жили в Галуте, разговаривали по-русски, на идише. Кто-то знал, насколько ты еврей. Но реально многие не знали еврей. А как вообще, как было дарование Торы на иврите, такой сложный текст, они что, так еврей знали, помнили вообще? Не знаю, вопросы. Кстати, интересный факт, самое первое слово, да, «анохи», оно же ведь египетского происхождения, там у них был какой-то... Божок, Анука, как-то его звали. То есть само слово, оно как бы египетского происхождения, да, и он начинает это обращение как бы на таком понятном им жаргоне, да, туда, откуда они пришли. Ну, типа на идише с ними разговаривают. Знание не иврит, но люди способны, они же потом с Моше изучали все законы, потихонечку выучили. Да типа как мы. Ну да. Безумно. Окей, но есть вещи, которые как бы трудно подставлять под сомнение о том, что действительно капитальное отличие отличается в том, что это не история Моше Рабейну, который пришел и сказал, так, ребят, у меня такое вообще было, я вам сейчас такое расскажу. Была другая история, там отличие. И потом действительно то, что Рав говорит, что это событие происходило в то время, когда... Ну, он говорит, народ. Ну, быстро другой народ, коллектив существовал. Как бы называется, лавот. Ну, как бы пытаться обхитрить, манипулировать все-таки народом, это сложнее, чем
отдельным человеком. То есть народ, который уже как бы стоял, и все. И мы видим, что как бы требования к Моше были о том, что ты вообще докажи, и что такое вообще, что ты такое говоришь. Они критически относились к его словам, правильно? Ну, слушай, вот это такой вопрос. Да. Я тут задумался, говорил, вот, то, что мы раньше тоже обсуждали, что вот пришли в пустыню, и тут оказалось, что надо еще какую-то Тору принимать, да, там, да. Всевышний поднял скалу, чтобы их опустить. Наверное, что же неспроста заранее об этом не сказали, что будет еще какая-то Тора. Вот перед выходом понимали, что люди скептики и могут и не пойти никуда, и так 1/5 только вышла. Наверное, да. Наверное, да. Наверное, смотри, если идти по линии Рава, то, наверное, стоит предположить, что Всевышний как бы дал событиям развиваться, ну, более-менее естественным путем, чтобы народ сформировался как некоторое коллективное сознание, которое, например, критически могло относиться к словам Моше. Правильно? Вот они каким-то образом сформировались. У них там свои лидеры были, еще что-то было, у них какие-то свои понятия были, и все. И когда Моше пришел говорить что-то такое, что им показалось очень странным, они ему сказали: слушай, ты что-то несешь такое вообще? Что непонятно, что это такое. Понимаешь? Наверное, да. Да. Ну да, он стал говорить именно уже в пустыне, когда как бы одеваться особо-то уже и некуда. Да. Поздно, так сказать, разворачиваться. Да. Но, тем не менее, я могу сказать мое личное как бы мнение. Сейчас, как бы, я не хочу сказать слово «опустили», оно, по-моему, по-русски имеет какую-то совершенно отрицательную коннотацию, но, ну, как-то отрицательно отбили, скажем, христианство и мусульманство, да, но, тем не менее, ну, тоже достаточно, не знаю, я был бы рад, если бы Раф объяснил, каким образом то, что он только что объяснил и показал, что с точки зрения христианства и мусульманства, это, в общем, это, конечно, как бы недостоверная вещь, которую коллективу людей трудно было, вообще говоря, втюхать. Да? И тем не менее, это завоевало такое огромное количество людей. Причем не только глупых. Каким образом это могло произойти? Почему они не спрашивали тех вопросов, которые мы спрашиваем? Или которые Раф как бы ставит? Почему? Почему? Не, ну это как раз просто, да, потому что еврейский народ, вот он именно такой скептически недоверчивый, да, и поэтому он и был выбран, да, ну и либо в него были вложены вот эти свойства скепсиса, чтобы их никто не провел, да, а простые остальные народы, они просто легковерны, их легко убедить разными фокусами. То, я сейчас не хочу туда уводить, но у меня, смотри, у меня этот вопрос, как бы я был бы рад, если кто-то, ну, не то чтобы объяснил, а Саныч как бы нарисовал какие-то линии вообще понимания. Смотри, это не наша тема, но тема мученичества, тема креста вообще. В мире, который был весь построен на жестокости, на насилие, на агрессии, на то, что побеждает сильный. То есть, как бы рахманута в том мире вообще не было. Почему этот образ он мог завоевать такое огромное количество людей, что было привлекательно? Не Супермен, не Зевс, который там, не знаю, испепеляет, то есть 5-10. А несчастный человек, который мучается на кресте. Каким образом эта идея вообще, как это могло завладеть умами? Как? Как раз так и говорится, да, что в послании апостола Павла, что наша вера для иудеев соблазна, для еленов безумие, да, безумие, то есть это то же самое что-то невероятное, которое было совершенно чем-то парадоксальным и неестественным для того общества, да, и поэтому оно как раз тоже им казалось веру ибо абсурдно, да, по этому принципу, да, оно и завладевало одиночками, а потом все большими и большими. А можно сказать, что вот это новая идея, но христианство в данном случае, она достаточно так органично легло на те вот верования, которые были у других народов. Вот, допустим, та же идея. Почему-то в христианстве есть это понятие вот непорочного зачатия. Да. Там же сплошь и рядом лебедь приплыл к леди, оп, пожалуйста, значит, ребеночек. Либо там дождик, Зевс там воплотился в дождик, пролился на Данаю, если не ошибаюсь, оп, снова, значит, родила. То есть как бы для них как бы эти вещи вот все были естественны. И вот эта вот идея, которая пришла из иудаизма, она как бы перетрансформировалась, но вот легла на какую-то такую вот местную основу народов, которые все это приняли, чуть-чуть там ее дополнив. Но все это трансформировалось в христианство.
Смотри, вот мне кажется, не то чтобы сильно, это все, что Раф говорит, как бы сильно, да, но вот я для себя вот такая совершенно, ну, я не хочу сказать слово тривиальное, это тоже, значит, кто я такой, что буду говорить, что тривиально, что не тривиально. Но тем не менее, вот эта вот идея о том, что Бог, явление Бога, которое рассказывает, у него как бы мессер, сообщение, некоторые технические детали. Но Раф сводит это такой юмористической фразы, да, такой сарказм, как готовить тевшилим, как готовить блюдо на субботу. Ну, вообще-то действительно, понимаешь? Богу есть для этого дело. Если, опять, я как бы минимум в христианстве, я пытаюсь просто как бы пролонгировать то, что, ну, как бы я слышал, скажем так. Но вот эта вот идея, что Сын Бога, который соединяет небо и землю. Человек, даже самый простой, он чувствует, что, живя на земле, есть что-то, есть душа, которая не кончается со смертью. Он должен какой-то мостик, какое-то соединение. Ему перекидывают некоторый сантиментальный мост в качестве страдающего, в качестве этого, что это Сын Божий, как видел, непорочное зачатие. То есть дают что-то такое, за что-то удержаться, за что-то с небес, да, для того, чтобы остаться на земле, стоять на ногах. У евреев происходит по-другому. Нет, ну я не говорю, там есть какие-то вещи, которые тоже, скажем, общие, да, в авторе эхо камоха, люби своего ближнего, как самого себя, и так дальше, и так дальше, и так дальше, да. Но тем не менее, в самой Торе, я не знаю, какой там процент, может быть, даже больше процент, это чисто технические детали. Делай так, приноси так, в праздники так, отдыхай так, отдыхай. Сплошные инструкции, которые, на прямой взгляд, они по простому смыслу вообще не связаны ни с какими небесами. Какая разница Богу, какое ты построишь жилище, 2x2 или 2x4? И все прочие как бы технические детали. Тем не менее, Тора показывает, что это именно это. И это какой-то совершенно революционный подход, к вот концепции соединения неба и земли. Построение такого скрупулезного инженерного сооружения, вот такого моста. А не непорочное зачатие, кстати. Да? Ну да, которое, как выясняется, было идеей понятной как раз вот тем язычникам. Да, которое отлично легло. Вот мы смертные, мы зачинаем людей известным способом. Он странный, он кому-то противный кажется, он вообще о нем не рассказывает. Давайте обуем его вот в такую красивую историю, легенду, которую можно детям рассказывать, которое можно рассказывать, все. Понимаешь? Вот у нас сейчас, я вот не знаю, да, Авдили или нет, у нас в первый класс хотят вести, ну, как-то по-русски, сексуальное обучение в первых классах в школе. Ну, как-то рассказывают. Почему? Потому что, ну, как-то, ну, не принято люди рассказывать про это детям. Какие-то черные истории, понимаешь? А вот и я, вот история, Богородица, и все, это очень круто. Надо вот обуть в такую штуку. А у евреев по-другому это пошло. Другой подход. Да? Вот это, мне кажется, как бы это то, что мы как бы сегодня выучили более-менее. Другой подход. Вот это вот, мне кажется, если как бы мы это поняли, хотя бы вот на нашем уровне вот это, мне кажется, это сильно. Что это не вера в Моше Рабейну. Ну и как бы то, что вообще могила Моше Рабейну неизвестна, где она, и как бы и так дальше вообще там. Пасхальная Агаде Моше Рабейну вообще не упоминает. Ну, там много таких как бы моментов. Как бы вообще нивелирование уровня совершенно. Ну, во всяком случае, мы идем с Равом какими-то тропинками, пытаемся как бы это понять. Правильно? Рав пользуется, как мне кажется, пользуется некоторой как бы логикой, философской логикой в человеке, когда он пытается нам доказать, что евреев это по-другому, иудаизм отличается, что у нас это правильно, а у них это неправильно. Да, ну, на мой взгляд, это получается как бы вот такое, такая комбинация. С одной стороны, логика, ну, с другой стороны, какие-то вещи, когда, не знаю, насколько в научной книге будут подтверждать какую-то, скажите, аргументацию, будут сказать историю про Мошева, который вот там змея Шарим, и про, что он встречает двух узкоглазых людей с большим фотоаппаратом, да, это как бы аргументация справедливости рассказа. Ну и как бы экранирует на рассказы Синайской Откровения.
сказать, что это был я халил не человек науки. Ну, как бы это же в моих глазах ушат, понимаешь, говорить, это чисто научная методика. Вы можете себе представить вообще, понимаешь? Но он приводит историю, в самой Торе написано. Где вы такое слышали? Где вы такое? Человек обещает, что говорит, вы старые евреи. Говорит, где вы такое слышали? Вам когда-нибудь такое рассказывали? Обращение к народу. Иди пойди спроси у них. Иди пойди спроси микрорайон. Тебе что-нибудь скажут про это? Ну, я про такое не слышал. Ну и все. Да, класс. Ну и, наверное, это как бы тоже заложило какие-то основы подхода, потому что иначе не было талмудов, в котором бесконечно спорят, ругаются и ставят под сомнение и так дальше, понимаешь? А христианство, насколько я понимаю, можно было поставить под сомнение там непорочное зачатие. Если ты не веришь в непорочное зачатие, но все, ты аут, значит, ты не на этом как бы, не на этой площадке, значит, ты не можешь быть верующим христианином, понимаешь? А здесь как бы вот это по-другому, другой подход. Окей? Ну, мне кажется, важно очень сомневаться, да, вот быть таким скептиком, потому что есть другая проблема, да, что человек нашел какие-то обоснования научные, как бы тому, во что он верит, да, потом выясняется, приходят какие-то новые археологи, которые да. откопали там чего-то, что не было там да. ни мужчины, или было, Давида, например, или наоборот еще. Было. Да, или там, что был Иисус, все, там он воскрес, все, научно да? доказано. И что ты будешь реально. Делать, если ты вот так вот привязал свой ум к вот этим доказательствам научным из вот этого мира материального? И это проблема, да, люди начинают там грозиться снять кипу, да, что вы тут мне говорите, да, у меня был как бы такой нормальный мир устаканенный, да, в котором все у меня совпадало с научными данными, а тут вы начинаете как-то сомневаться, да, что 600 тысяч не могло в те времена вообще как бы выйти откуда-то так, чтобы да, это Миша Голосовский не сохранилось. Да, да, да. Вот, поэтому мне все-таки кажется, нужно как бы иметь какую-то долю вот этой мистической веры, да, то, что да. я верю, верю то, что было трансцендентное откровение, да, поскольку оно трансцендентное, то ему доказательств, в общем-то, быть не может, да, и да. тут поэтому нужна именно вера, которая как раз позволит человеку устоять, да, от вот этих археологических открытий, да, которые, в общем-то, если там не нашли, да, чего-то, то это только сейчас не нашли, а потом найдут, это все изменит, да, что говорят, что во времена, когда был Авраам, верблюд, значит, не был еще домашним животным на Ближнем Востоке, да, а потом они нашли седло, да, и выясняется, что он таки был. Ну, что, доказательства, а потом еще там что-то найдут. Да, с этим делом не просто. Ну хорошо, дамы и господа, дам мы сегодня не слышали, но будем надеяться, что они участвовали в наших обсуждениях. Окей? Ну хорошо. Спасибо всем за участие. Спасибо. Мы, по-моему, отлично пообщались. Очень сложная тема. Но спасибо. Как-то понять. Вот женский голос был. Замечательно. Спасибо большое за урок. Да, нет проблем. Мы стараемся все вместе как-то двигаться и, в общем... да, ждаем Рава Шерки. Очень интересно. У него очень много, он очень плодовит, нехорошее, наверное, слово, наверное, как бы среднее, да. Я хожу, есть замечательный, каждую неделю урок на иврите, естественно, для израильтян, называется «Ликутей Невухим». Это по книге «Путеводитель растерянных», так это переводится на русский язык, Рамбам. И там вот все время как бы крутится более-менее вокруг того, что мы обсуждаем. Как это можно понять, как это можно разрешить, как можно за него ухватить, когда за него ухватить нельзя, ну вот можно асага, ну вот можно себе представить, а как же представить нельзя. И это все время обсуждается, потому что, по-видимому, это является какой-то основой, ну вот, религиозной философии, вообще еврейской религии, это понимание, асага. Ну хорошо, на этом заканчиваем. Да, всем спасибо. Всем спасибо.